ашкеназами. И вот конец 80-х годов, начало 90-х, когда развалился Советский Союз, рухнул железный занавес, наконец-то из Советского Союза разрешили приезжать сюда евреям, возвращаться на свою историческую родину. Ну и евреи поехали. Получается очень такая парадоксальная вещь. Неважно, откуда ты сюда приехал, в Израиль, из России, Белоруссии, Украины, Молдовы, говоришь на русском языке, значит, кто ты? Русский. Вот там мы были евреями, здесь мы стали русскими. Единственная страна в мире, где еврей себя может русским почувствовать, это Израиль.